Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 октября. Хочу показать вам наши снежные пейзажи. Еще несколько дней назад я вот здесь сидела в одной футболке, говорила вам, что этого я и боюсь, что сейчас очень жарко, лук садить еще рано, боишься всегда, что прорастет. Я еще опасалась, что резко погода вдруг переменится и будет холодно. Но вот смотрите, спустя 2-3 дня у нас из лета сразу стала зима. Это, конечно, очень плохо. Видите, деревья еще все в листьях. И вишня из-за того, что листья еще не осыпались, ее снегом чуть до самой земли придавило. Ну, вообще, это плохо, когда нет такого плавного перехода. Снег выпал первый и сразу много. Вчера и сегодня сразу несколько дней. Видите, уже какие кучи. Полметровые кучи около теплицы. Полностью снежный покров, но сантиметров, наверное, 20-30, если вот так смерить в высоту. Ну, короче, это ужас. Было только что тепло, и тут вчера было лето, сегодня уже зима. Все. Ой, у меня слов нет. У меня некоторые лейки еще остались. Я как-то, ну, тепло и тепло, и шланги не успела убрать. Вон они, шланги, не знаю, будет оттает или нет. Вот, показала вам снежный пейзаж. Мы, короче, из лета сразу шагнули в зиму. Все, до свидания.